Короче, смотри. Вот эту хуйню. Я же прочитал, что типа нет машины, чтобы его открыть. И не обратил внимания. Та-да! Вот для чего эта яма. Сейчас мы сюда спустимся. О, что же это? Батарея? Господи, что ж так все, блядь? Оно на видном месте, но при этом все так странно очень. У меня есть кирка, почему я киркой не мог разъебашить ящик? Типа... Чё? Чё за хуйня сейчас произошла? А что там надо было? Так. Вот. Батарея, система, которая чистит смазка на рабочем месте, может быть, к джаму, такая, но... Другое. Так, убедись, что зона вокруг она свободна. Там сердечного контура путем поворота, это все винтиля. Включить систему охлаждения для предотвращения перегрева. Так, пар под... Включите подачу смазки. А, честно, я не понял, давай. Давай... Жамкнем. Ну, это естественно. Я же не зря взял. Так, сохраним. Так, это что у нас? Теряюсь в догадках, я тоже. А, какая-то гидравлика. Жидкости. Символ воды. Подача воды. Это пар. Нет, вот это пар. А это масло. Я не знаю, давай все включим, да посмотрим, что не так. Это не то. Давай, фаза 1. Угу. Фаза 1. И вода. Так. Thank you.
Так. Да, блядь, крутись ты. Два. Говорит, иди нахуй. Да, блядь, что делать? Какие символы, сука? Фаза 2. Теперь же не понимаю, как он действует. Я же не знаю, как, блядь. Ладно, если типа первая фаза. Чё там у нас было? Так. Охлаждение. Так. Ой, сука. Как мне такой бесит, я не понимаю. Так, в чьей системе охлаждения? Так, система охлаждения. Это, наверное, вода, гидравлика. Правильно? Правильно. Потом пар. Смазка. Может, типа, сначала, типа, не знаю. Не могу. Ладно, вот тебе гидравлика. Да?
Там что там, блядь? Бесит. Пар. Это больше на пар похоже. Не знаю, я не знаю. Ой, да иди ты нахуй. Чё не так? Типа как считается? Может просто так? Два. Вода. Первое. Сука, я не знаю, блядь, ей-богу. Так, сейчас смотрим еще раз. Резервная, это значит цифра 2. Охлаждение. Я выбрал третью панель, вон там. А нет, охлаждение это первое, потом третье, потом масло, где капли, а потом первое. Сейчас посмотрим. То есть вот это раз, потом два, три, четыре, пять. Да. Блять, слава яйцам. Заебался нахуй. Ну, так, все просто легко, надо просто читать, блять, читать, надо просто читать, а не так, что типа это ужастик, я здесь должен бояться, блять, ну я такое не люблю в ужастиках, то есть зачем мне чтиво, когда я хочу усираться прям в ужасе. А это больше какие-то пазлы, блядь. Чё тут опять? Нет, я не хочу. Спасибо, блядь. Не надо мне этого говна своего навязывать. Собака. Прием. Эй, привет. Ты меня слышишь? Надеюсь, со слухом у тебя получше, чем с речью. Тогда слушай, что я скажу. Ты включил свет в конце, в начале и в середине тоннеля, но кое-где осталась темнота. Мое сообщение помогло? Вот ты ведь слышал такое пиканье, азбуку Морзе. Сейчас тебе надо устроить дыру в стене, там справа за оградкой. Скорее, нет времени объяснять. Честно говоря, только времени здесь и навалом, но от любопытства кошка сдохла, так говорят. Так. Что-то у меня было... Сейчас я еще раз... где там... было вроде бы
0. Блять, пойду заново послушаю. Я уже забыл, с этим, блядь, генератором уже все вылетело вообще из башки прям моментально. Слушай. Ноль. Два. Три. Восемь. Ноль. Два, три, восемь. Ноль, два, три. Нет. А какой? Может, это наоборот там точки? Первое. Пять. Пять, семь, три, пять, семь, три, так, 5 7 3 8. Все, 5 7 3 8 5 7 3 8. Смотрим. Собачья догаэс, собачья задница, короче. Так вот, а будешь знать. Так, есть хоть туда. Блять, два хода туда-сюда. Давай сюда посмотрим. Знаешь, моя память, она как изъеденная термитами деревяшка.
Давай добавим чуточку разрушений, чтобы когда-нибудь встретиться. Для этого нам понадобится большой металлический зверь, который пожирает землю и алкает живительного сока, что хранится вместе с другими вещами на складе. Да, кстати, можешь звать меня Рыжим. Это не мое имя, конечно, но ведь имена, они как пиджаки, идут, если правильно носить. Вообще это было. Блять, там еще одна собака. И вон еще одна собака. Так, ну-ка, я выйду отсюда. В другую сторону пойду схожу. Типа здесь вот что? Правильно научиться. Да блять, вот это управление ебанутое нахуй. Неужели нельзя просто нажимать, чтобы он бил? А вот это и блять, как хуебан какой-то, хуй. Сука, это не может не бесить. Знаешь, моя память, она как изъеденная термитами деревяшка. Знаешь что, иди нахуй, давай вот. Чё добавим? Добавим тебе пизды нахуй, навалим. Придурок ебаный, иди нахуй. Заебал пиздеть мне в уши. Хуесосина тупорылая. Да, кстати, можешь звать меня Рыжим. Это не мое имя, конечно, но ведь имена, они как пиджаки, идут, если правильно носить. Овчарка ебаная. На, блядь. Все? Нахуй пошла. А чё ты переживаешь? Вот смотри, можно сюда вот раз и чё ты не хочешь? Такая там расщелина, бля, огромная. Ты просто имбецил какой-то. Господи, что ж так все трясется-то? А и для чего это? Здорово, Бобик, нахуй. Как тебе? Сидится нормально? Окей? Блять, вон еще одна овчарка.
только началось. Ой, да иди нахуй! Откуда ты появилась-то? Еще одна шалайка ебаная. Какой главный герой тормоз вообще, прям сила, сука, я знаю, иди нахуй просто. Давай добавим чуточку разрушений, чтобы когда-нибудь встретиться. Для этого нам понадобится большой металлический мир, который пожирает землю и алкает длительного сока, что хранится другими вещами на складе. Да ты, блядь, резче можешь, сука, махать? Резче, блядь, резче. Это значит быстрее, блядь. Как мне это бесит. Моя память, она как и сделана пирамидами деревяшка. Давай добавим чуточку разрушений, чтобы когда-нибудь встретиться. Да господи, блядь. Блядь, убей ты их нахуй. Пуль ты такой даун-то, ёбаный. Знаешь, моя память, она как и сделана пирамидами деревяшка. Давай добавим чуточку разрушений, чтобы когда-нибудь встретиться. Для этого нам понадобится большой металлический, который пожирает землю и алкает живительного сока, что хранится вместе с другими вещами на складе. Да, кстати, можешь звать меня Рыжим. Это не мое имя, конечно, но ведь имена, они как пиджаки. И тут, если правильно носить. Ладно. Здесь путей до хрени. Нища. Он, смотрите, мясо кинул. Ты... Кажется, мясо там хотел. Нет? Тогда я съем. Придурок. Дверь вывел. Нихуя он дверь вывел.
Так, тут есть одна дверь. Есть еще одна дверь. Две двери, да? Так. Понятно, просто чтиво. Пила? Я взял пилу, ты прикинь. Типа, чё, реально? Теперь, типа, я могу здесь... Типа... Дальше в шахту. О, то есть... Нихуя. Пойду-то посмотрю, что там в дверях было. Может, там какие-нибудь полезные штуки были. Я не могу эту дверь открыть. Эти дыры в моем мозгу, они зияют все шире, но тебе не попасть в святая святых, где хранится все самое важное. Путь закрыт. Вещество промеж моих ушей, оно так податливо, мягче прочего. Может, я не столь идеален, как застывшая картина, но мои слова верны и испытаны временем. Чума, чума на оба твои полушария. Посиди-ка тут в мое. Ты что думаешь, я использую тебя в своих коварных планах? Насколько я вижу, наша каменная могила все ширится, а ты отвергаешь мою помощь. Будто щенок, ты радостно катаешься в собственных какашках. Надеюсь, извращенная мораль будет тебе лучшим советчиком, потому что с этой минуты только она с тобой и останется. О, я прошу прощения. Иногда мои эмоции хуже глупых щенков, неуправляемые и пованивают дерьмом. Говорят, береженного Бог бережет, но я думаю, к нам это вообще не относится. Между ближайшей затопленной пещерой и местом, где хранятся разные вещи, есть тоннель. Второй поворот направо от закрытой двери, и ты найдешь то, что ищешь. Так. Не одевается. Бромнатрия, так, реакции нет, ага.
Так, сохранялка. Этот человек все еще что-то сжимает и что-то ищет. Но что? Перед ним поблескивает что-то металлическое, причудливое, выступая из земли. Заслонка, портал, дыра, дверь. Незнакомый текст. Что это за фигуры вокруг? Что за тайны кроются за этими лицами? А теперь появилось чувство, которое раньше не было. Хотя нет, я уверен, что оно было и раньше. Всегда буду... будто малая часть меня так и осталась запертой в артефакте. Типа, что за хуйня? Нет, ну я ж туда не это. Ну так высоко не умеем забираться. Нет, даже если я их сюда дотащу, я не смогу допрыгнуть, да? Ну конечно. Ну-ка, я себя в эту хуйню положу. Ничего с ним не происходит. Двух сотен лет, что, серьезно? Это тупое место, зачем я сюда вообще пришел? Так. Где там тот выход тот? Это здесь. Да. Овчарки. Были когда-то. Но не сейчас. Так, все, сохранилось, я пока прервусь, потому что так очень... Ебаный генератор! Так что давай,